В МИДе России сомневаются в том, что разрешение молдо-приднестровского конфликта случится скоро. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Молдовы Дадона, который заявил, что видит скорое урегулирование. Вы понимаете, когда приходят политики, политические силы, которые заявляют о том, что длившиеся десятилетиями либо конфликты, либо проблемные вопросы нужно урегулировать быстро, все время вопрос, неужели они считают, что их предшественники этого не понимали? Это же очевидно, что необходимость решения, в том числе и этого проблемного вопроса, была понятна всем. Любые заявления относительно молдо-приднестровского урегулирования нужно делать аккуратно, считают в МИДе России. То, о чем неоднократно, опять же, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в дипломатии, как у дипломатов, как и у врачей, чрезвычайно важно не навредить. Это вот тоже нужно всегда помнить. В Молдове после парламентских выборов все еще не сформировано правительство, нет встреч политических представителей, нерешенных проблем масса. В частности, стороны по-прежнему не могут договориться по проблеме ввоза медикаментов через Кучурган. Там действует совместный молдо-украинский контроль.